Майкл, Майкл, Том. Together. Ну, наверное, потом на футбол отойдем. Сюда чай. Все, давай. Ну, куда? Говорит, Фенербахче играет защитник сборной России Роман Нойштеттер. В последнее время его критикуют. Как вы смотрите? В какой он сейчас форме? Что вы об этом думаете? Ну, на чемпионат мира он не попал, потому что на тот момент другие были лучше. А после чемпионата мира он все игры у нас сыграл на таком достаточно хорошем уровне. Не знаю, по какой причине сейчас у него есть определенные проблемы. Ну, естественно, это один из наших игроков, на которого мы рассчитываем. И понятно, что у любого футболиста бывают спады, бывают нюансы, которые мы должны учитывать. Дуня Купасында, Гермич Кадросында, Ералмада, Башкалары, Башка футболчу сештим. Ама Дуня Купасындан сонра бүтүн матчтары ойнады, ии да ойнады. Şu anda belki biraz düşüşte de form ama bu futbol oluyor, sezon içinde düşüş de oluyor. O yüzden o bizim önemli futbolcumuz ve her zaman kadroya yer alıyor. Недавно я с ним по телефону разговаривал и мы обменялись мнениями, потому что у него контракт заканчивается, насколько я знаю, и ему надо определяться в дальнейшей карьере. Как он это будет строить. Понятно, что нам нужен игрок, который играет в топ-лиге и в хорошей команде, и был готов к нашим вызовам. Kaç gün önce onunla telefonda konuştuk. Çünkü onun kontratı da bitiyor Haziran ayında. Tabii ki şu anda onun kafasında böyle bir şeyler var. Düşünüyor nerede kariyerini devam edecek. Biz de istiyoruz. Bizim milli takımın oyuncular iyi liglerde, iyi takımlarda oynasın. Ve inşallah iyi bir takımda devam edecek. Peki hani hangi ligde oynamasını tavsiye eder transfer eden hocamız? Вы бы какой хотели бы, чтобы в какой бы лиге он играл? Я ничего никогда не хочу. Я всегда говорю футболистам, чтобы они принимали свои решения, а мы за ними будем наблюдать. Diyor ben bir şey istemiyorum. Hepsi futbolcuya bağlı. От моего, желания ничего не изменится. Benim istediğimden bir şey olmaz ki yani. Но мое мнение он знает. Ama benim düşüncemi Neustadter biliyor. Türkiye'de kalmasını tavsiye eder mi? Видишь, политиком стал. Siyasetçi oldum, görüyor. Говорит, хотели бы, чтобы он остался в Турции? Еще раз повторяю, любой футболист изнутри должен понимать, что ему ближе. Другое дело, что он все-таки родился, вырос и футбол играл долгое время в Германии, и, наверное, ему больше присуща дисциплина, нежели в Турции, где, как говорится, больше вольности, и, может быть, по характеру они не до конца подходят. Yeniden tekrar söylüyorum, her futbolcu kendisi karar alması lazım, nerede devam edecek. Tabii ki Neustadter Almanya'da doğulan bir futbolcu. Orada oynamış. Sistem Almanya sistemine uygun bir futbolcu. Tabii ki Türkiye'de biraz daha duygusal bir futbol. Belki onun için biraz şu anda biraz problemleri var. Ama iyi takımda oynasın. Fenerbahçe büyük takım. Orada devam ederse milli takımın içinde iyi. Очень хороший, дисциплинированный и человек, и футболист. Инсан гиби, другое дело, что вот у него за то время, что он в Фенербахче, уже человека 4-5 тренеров сменилось. Это тоже не говорит о стабильности какой-то. Кендиси да чок дисциплинный бит футболчу инсан. В Фенербахче да да сон заманлара 4-5 техник директор да değişiklik oldu. O da bir taraftan biraz futbolcuya bir sıkıntılar yaratabilir.